Приветствую, друзья! Сегодня я расскажу вам, как зарегистрироваться, собственно, в BitsGap и как добавить свою биржу. Как вообще начать торговать на BitsGap. Итак, переходим на мой ролик BitsGap. Регистрируемся по реферальной ссылке. Также вам нужен аккаунт Binance. Как завести аккаунт Binance? Я записал ролик, будет ссылочка в описании. Вот, вы переходите по ссылочке по моей BitsGap. Почему именно по моей ссылке? Потому что вам дадут 2 недели про подписки бесплатно. То есть это самая дорогая подписка про. Вот, вам ее бесплатно 2 недели дадут. Нажимаете Sign App, вводите вашу почту. Вводите ваш пароль, совсем соглашаетесь, либо можете просто по Google или по Facebook зарегистрироваться, либо вот на почту. И нажимаете «Зарегистрироваться». Нам на почту отправили письмо. И для того, чтобы нам нужно перейти. Все, мы верифицировали нашу почту. Теперь нам нужно ввести логин и пароль. Видите, пробел. Пробел был лишний, судя по всему. Да. Отлично, мы зарегистрировали наш аккаунт. Итак, теперь нам нужно подключить биржу. Для того, чтобы торговать здесь, нам нужно подключить биржу. Для этого переходим в наш аккаунт Binance. Переходим во вкладку, вот где наш профиль, управление API. Здесь создаем с любым названием API. Ну, подпишем его BitsGap. Ну, удобно подписывать сразу сервисами, которые вы используете, потому что потом, допустим, нужно будет где-то обновить API или удалить, и... а у вас здесь все по названиям, и вы уже будете знать. Для того, чтобы создать API, нам нужно отправить код на почту. И, естественно, из Google аутентификатора, потому что мы за безопасность. Так, секундочку. Открою аутентификатор. Так. Вот так. Отправляем. API создан. Что вам нужно знать о API? API связывает ваш аккаунт Binance с аккаунтом. В API вы должны отредактировать ограничения. Итак, чтение разрешает вам получать статистику со всех графиков и так далее и тому подобное. Здесь конкретная галочка, да, включить маржинальную торговлю. Позволит включить маржинальную торговлю. Здесь активируют традиционные опционы. На самом деле нам нужно только знать несколько вещей. Первое, это вот то, что нам нельзя включать возможность вывода средств. Эта функция всегда должна быть выключена. В противном случае по API у вас могут украсть деньги. То есть, куда вы API это подключите, те люди, если они вдруг нечестные, могут украсть ваши деньги. Поэтому здесь галочку не ставим никогда. Вот. Включаем спотовую и маржинальную торговлю и включаем фьючерсы, если мы хотим, чтобы наш бот также еще торговал фьючерсами. Жмем «Сохранить» и вводим код с нашего аутентификатора. Давайте. 3744. Отлично. Редактирование завершено. Здесь мы получаем API key и секрет key. Нам нужно их скопировать. И вот здесь, где у нас? Мои биржи. Вот она, вкладочка «Мои биржи». Здесь нажимаем «Добавить новую биржу». Выбираем биржу Binance. Учтите, что в BitsGap вы можете подключить только одну биржу Binance. То есть вообще можете подключиться только к одной
биржи, в смысле, один раз к Binance, один раз там, к Bbox, один раз к Bits, Bitfinex и так далее. То есть к Bitfinex. Ну, к каждой бирже только один аккаунт можно привязать. И жмете подключить. Вот и все. Биржа подключена, фьючерсы подключены. Теперь заводите деньги на ваш аккаунт Binance. Вот сюда, фиат и спот. Переводите там USDT или что-то еще. И можете здесь уже создавать бота. То есть вот она, ваша биржа выбрана, ваш Binance. Если бы у меня здесь были деньги, то они бы отображались здесь. Здесь мы выбираем, собственно, пару, которую мы хотим торговать, да? Создаем настройки. И здесь появится кнопочка «Запустить бота». Вот, собственно, и все. Если что-то непонятно, пишите комментарий обязательно или спрашивайте в нашем телеграм-канале. Я обязательно отвечу на ваши вопросы и все вам подскажу. Всем спасибо, всем пока.